Земля от цвета. Да вот я такой художник. С моим же начавшим плодоносить деревом я летом поработала. Мне показалось, что маловато на нем цветочных почек. Ох, руки бы оторвал. Хоть мы и это, оба садовода. И так ей показалось, что мало почек. У многих цветение достаточно обильное. Так как плоды завязываются на долетних побегах, так, работать нужно с ними. Часть побегов, после того, как они дали достаточный прирост в конце июля, я прищипнула. Вот за это бы я это. А это стимулирует образование плодовых почек, а некоторые закрутила в кольца. И присылает мне вот такую фотографию. Видите? Ну что, замечательно. Вот. У нее есть еще и теоретическое обоснование. В этом случае точка роста получит меньше питания. И оно пойдет на образование плодовых почек. То есть хрен редкий не слаще. Или бы оторвало бы этот верхушку побега, или закрутила, зато живо, якобы пойдет на образование. Ну, грамотный человек, ну, грамотный. Тогда, значит, тут же, вот смотрите, написано, вчера, тут же Сергеев Николай Георгиевич, наш супер этот садовод, присылает такое письмо Сергею Александровичу. Это, да, это переписка моей гостевой. Видели, что такое гостевая? 11 тысяч писем. Что касается ускорения образования плодовых почек, то для этого нужно по 30 градусов отклонить вершину дерева в сторону от ствола. Нужно вбить в землю чуть в стороне кол или крюк и, привязав веревку к вершине стволика, отклонить вершинку в сторону. Это нужно для того, чтобы переориентировать вегетацию дерева и ускорение образования плодовых почек. Ну, давайте сразу разбираться по какому принципу. Вот. Кстати, вот что может привести. Вот тебе плоды, вот тебе цветы. Одномоментно. Так бывает? Бывает. Почему? Это уже крайнее извращение. Вот это вот, я сразу немножко... Вот еще бы Николай Георгиевич сказал бы, что это касается именно сеянца. И все было бы отлично. Дело в том, что сеянец и сеянец. А вот ветка... Почему раньше привитые деревья начинают плодоносить? Одна из причин, что мы берем почку с боковой ветки, вживляем ее в штамп, то есть подвоя, и он растет, как он хочет. И даже если он растет вертикально, его тогда, вот допустим, у нее вот это вот привитое, вот это уже бессмысленная работа. Просто она не нужна. Почему? Если это просто получилось, что прививая, мы пытаемся выпрямить вертикально. Все, она уже создала привитое дерево. Она уже не ускорит плодоношение. Она и так заложит почку, когда надо. А еще раньше нельзя. Потому что ему надо развиться. Итак, вот этот прием привитых дерев касаться не должен. А сеянцев, да. И тут я согласен с моим другом Николаем Георгиевичем. Так, теперь. Это не все еще сказал. Значит, вот это прищипывание, я считаю ошибкой. Почему? У нас в России не хватает, даже чуть ли не на юге, не хватает времени для вызревания. Вы где-то завернули, вот у нас даже срок. Видите как? Значит, прищипнула, когда прищипнула? Закрутила. Дали достаточно просто. Вот после этого происходит почка, я еще, помните, мы говорили, двойственное назначение. Она же ростовая, она может и плодоносить. Так? По моим понятиям, вот как она растет, так и это оптимальный вариант и есть. Она сама решает. Когда мы за нее решаем, завернули в кольца, прищипнули, она перестраивает программу и теперь решила, что ей надо зацвести. Зацвела, родная, и к зиме замерзла. Вот так вот. То есть никаких этих самых летних, вот этих июльских, видите, не должно быть. Вот мое мнение. Мы получаем вот такую вещь, и мы получаем вот такое извращение. Ну, скажите, вот эти яблони, да, вот, яблоки, плоды, они успеют вызреть. Плодушка дает несколько лет подряд плодоносится. Здесь будет все нормально. А как получилось, что на этом же дереве зацвело?
Да еще осенью. Я все яблоки почти готовы, значит, это или август, или сентябрь. Как это случилось? А вот когда мы начинаем им путать, голову морочить, вот это я называю морочить голову. Вот. Тем более, что привитым деревьям это не надо. И вот тогда у них просыпается не вовремя осень. Она же должна заложить почки, но она не просто закладывает. Вот. Любое вмешательство в дерево она расценивает как гибель потенциально. Секунда, я пойду горячую подолью, все равно мы поговорили. А 47 минут. Минута? Я ведь, друзья, на истину не претендую. Я только хочу сказать, что чем меньше мы будем вмешиваться в процесс, да, единственный случай, я говорю, когда очень хочется, скорее, времени не хватает, жизни не хватает, надо много испытать, много сортов, много всего, быстрее бы заплодносило, зная, что наносим вред дереву. Но дай бог успеет дать яблочки, или там абрикосы, или персики. Посмотрел, или желтопор, так, только побыстрее, быстрее, ради того, чтобы испытать. Но если дерево нормальное, подождите лишний год-два. Оно отблагодарит вас уже не этими, не штуками, а десятками ведер с дерева. Поверьте, я не шучу. Вот это я хотел сказать, что по возможности вмешательства не должно быть.